Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы рассматриваем жилой комплекс академика Павлова на улице одноименной, улица академика Павлова, жилой комплекс компании ПИК. Данный жилой комплекс относится к эконом-жилью, ну, комфорт-жилью на самом деле, что у меня такое понятие, как эконом-жилье. Вот, находится на северо-западе Москвы, в районе Кунцево. И ближайшее метро здесь Молодежное. Вот оно находится прямо там, вот сзади меня. Лететь отсюда, наверное, минут 5 до него, может даже меньше. Вот, райончик данный, Кунцево, он довольно обжитой. Вот, то есть, здесь имеются, вот уже видите, такие вот советские или постсоветские панельки, да? Рядышком есть большое количество детских садов, школ, вот. То есть в окружении детских площадок. То есть уже внешняя инфраструктура здесь уже сформирована, да, вот это вот, наверное, отличительная особенность этого ЖК. То, что здесь уже имеется внешняя инфраструктура. И никакой промзонности здесь нет, да, как обычно бывает у ПИКа. Вот. Сами архитектура, как видите, такие разновысотные корпуса, высотные дома, вот есть такие вот малоэтажные, есть башни такие целые. Вот, у них есть подземный паркинг, здесь есть на 640 машин мест. Сама архитектура жилого комплекса представляет из себя железобетонную конструкцию, которая облицована панелями, да, вот этими бетонными, железобетонными панелями, которые идут уже вот с этой вот вместе с этой рамой. Вот с этой вот, видите, оконной рамой. Ну, рама здесь, видите, она такая широкая, то есть она двухметровая оконная рама, 2 на 2. Вот, это визуально делает квартиры более просторными, хотя они, в принципе, тут этажи, потолки, по-моему, 2,7 или 2,6. Вот, и облицовка вот этих вот блок с оконными рамами, она клинкерные плитки, вот это видите, которые имитируют кирпич. Вот. Ну, они довольно современные, эти блоки, то есть они трехслойные, бетон, утеплитель бетон, они обладают хорошими шумоизоляционными, звукоизоляционными, теплоизоляционными свойствами. Вот. Швы у них практически не видны. То есть довольно симпатично. Также на фасадах предусмотрено, вот как мы видим, для кондиционеров карманчики. Вот. Здесь нет балконов, да, нет балкончиков. То есть я уже сказал, что окна здесь евроформата, соответственно, здесь и планировки тоже европланировки. Есть студии 20 метров, есть однушки 36 метров. То есть европланировки, это значит, что есть гостиная, совмещена с кухней, ну, большая часть квартир. Вот. Но есть и некоторый процент обычных планировок. Начиная с двух комнатных квартир, здесь два санузла уже идет. А так, санузел и совмещенный, то есть в студиях и в однушках. Видите, здесь уже штукатурку подвезли, да, или стяжку. То есть это говорит о том, что здесь уже идут квартиры с чистовой отделкой, да. То есть здесь уже обои под покраску идут. Вот здесь идут двери уже установлены. Установлены двери. Вот. То есть, ну, можно сказать, просто космический ремонт просто можно провести и все, да? Ну вот такие довольно как коробкообразные, конечно же, да. Здесь корпуса, да, но вот отличаются они единственное под покраски, да, то есть вот этот, например, серенький, вот красненький, вот. Ну, кстати говоря, не самое плохое исполнение, мне кажется, архитектуры для ПИКа. Вот, то есть, в принципе, они довольно друг от друга далеко, с квартальчик сформируется тут неплохой. Вот здесь даже, видите, какой-то кубизм виден в архитектуре. Вот, то есть для ПИКа, мне кажется, это довольно неплохо. Ну и в принципе, знаете, многие хают этот ЖК, что он испортил район, этот район местный здесь устоявшийся, который можно было сделать
более хороший жилой комплекс на этом месте построить. Но смотрите, вот эти, например, панельки, да, они что, лучше, что ли? Поглядите, вот эти вот постсоветские, да, или постсоветские. Вот, по-моему, Т-44П, да. Здесь швы такие стрёмные, да, здесь швы не видны. То есть швы здесь 20-миллиметровые. Они сделаны под цвет фасадов, практически не видны, да. А вот у этих, смотрите, какие стрёмные, да. Вот, например, панель какая-то советская, да, серая. По-моему, советские еще панели. Они просто ужасные. То есть я бы не сказал, что так уж сильно портит этот район, этот ЖК. Вот, то есть довольно просторно дышится. То есть даже вот видите, какой-то есть внутренний двор в квартале, да? Какая-то площадь даже, можно какую-нибудь стенду поставить. Ну, вообще, внутренняя инфраструктура здесь довольно неплохая у Пика. Это она зональная, то есть здесь... А он внутренний двор закрыт. Внутренний двор здесь закрыт. Вот, соответственно, закрыт от внешнего воздействия. Выход есть как на улицу, да? Через корпуса, так и во внутренний двор. То есть есть два выхода. Вот. Также внутренний двор он представлен спортивными площадками с антитравматическим покрытием, то есть прорезиненным, чтобы дети могли заниматься спортом. И расположены они поближе к окнам первых этажей. Чуть дальше будут, соответственно, для взрослых спортивные комплексы. Малые архитектурные формы здесь будут разработаны неплохие. На первых этажах здесь будут коммерческие помещения. Вот они будут трехметровые примерно, первые этажи. Без входные группы, соответственно, на этих первых этажах тоже будут трехметровые. Они будут безбарьерные, будет система IP-домофонии. То есть можно будет проходить по телефону. Консьержа не будет, вместо этого будет видеонаблюдение. Зато будут колясочные и велосипедные. Ну, в принципе, довольно современный ЖК, я вам хочу рассказать. То есть так, технологии современные, соответствуют всем требованиям, предъявляем в современном ЖК комфорт-класса. То есть это не квартальность, это первые этажи под коммерцию, безбарьерные проходы, внутренняя инфраструктура, то есть все здесь как бы нормально, да? Ну, давайте теперь с минусов сразу перейдем. А минусов, хочется сказать, это то, что здесь... с довольно уже устоявшийся райончик, это Кунцево, да? Вот, и вот такой вот жилой комплекс, да, как Академик Павлов, он создал нагрузку на местную инфраструктуру, да, то есть, да, здесь есть вблизи школы, есть поликлиники, детские сады, но представляете, сколько людей прибавится, да, и я думаю, что там будут проблемы с местом, а плохо то, что здесь нету внутренней инфраструктуры, да, то есть имеется, я имею в виду, что нету детских садов, никаких образовательных центров не планирует делать Пик. Вот это, наверное, большущий минус, один из больших минусов, который можно выделить. Кроме того, еще минус, да, тут рядышком находится метро Молодежное, но оно перегружено, то есть вам придется все время ездить в это метро, оно будет все время забитое. Вот, то есть как там проталкиваться, непонятно. Выезд на Рублевское шоссе, которое находится в километре на север от этого ЖК, тоже будет проблематичен, потому что эта улица Академика Павлова, она просто не создана для того, чтобы отсюда выезжать. И смотрите, какие здесь дворики, да, какие здесь разбитые дороги, какие лужи. То есть здесь современно все. Здесь абсолютно все не современно и не продумано для того, чтобы отсюда выезжал большой человекопоток, большой автомобильный трафик отсюда выезжал, и поэтому здесь, я думаю, будет с выездом большие-большие проблемы. Это второй минус. И третий минус, о котором я бы тоже сейчас хотел сказать, это то, что квартиры здесь очень дорогие, да? Смотрите, здесь планировки здесь уже есть разные, есть студии, есть однушки, есть двушки. Вот. Но студия, например, здесь стоит. Студия здесь стоит от 10 миллионов, да? То есть сейчас есть продажа студии, которые
площадь которых составляет 20 метров, и стоит она 10 миллионов. Представляете, 10 миллионов. А однокомнатная квартира здесь будет обойдется вам 15 миллионов. Это однокомнатная квартира, 306 квадратных метров, да? То есть не такая уж она и большая однушка, да, но стоит она, представляете, 15 миллионов. Здесь рядышком есть жилой комплекс «Остров», да, бизнес-класс, и там, например, однушка 40 метров, даже чуть больше, она стоит 20 метров, да? А здесь студия 20 метров, то есть в два раза меньше, стоит 10. Ну, таким образом, это, считай, да, бизнес-класс. То есть вот деньги, если сложить деньги, которые вы заплатите за вот этот ЖК, это будет не меньше, чем за бизнес-класс. Вот это тоже большой минус, да, что мне кажется, что цены на квартиры для эконом-класса слишком завышены. А для такого вот, для такой плотной застройки, да, для такого класса, эконом-класса, мне кажется, слишком завышены. То есть цены процент на 20, на 30 должны были быть как минимум ниже. Вот это третий минус. Вот. Но в целом, смотрите, видите, какие здесь детские площадки неплохие, да. Вот Пика, он любит вот малые архитектурные формы, любит внутреннее благоустройство, то есть есть где детям заниматься, например. Вот видите, есть качели. А, это уже как бы дворик такой. Не входящий, по-моему, в ЖК, да, но тем не менее, видите, он Пик обустроил, то есть в своем стиле. Обустроил инфраструктуру для детей, вот ходят бабушки приятные, как в детстве. Ну, райончик, потому что старый, довольно уже устоявшийся. Вот сейчас давайте посмотрим, по-моему, здесь можно посмотреть даже входные группы безбарьерные, современные. Смотрите, вот есть, видите, есть даже для игры в волейбол, вот для игры в волейбол есть. Баскетбол, то есть, да, есть площадочка, да. Вот они, первые этажи, да, эти трехметровые лобби. Этот корпус, наверное, еще не сдан. А вот они, видите, ну, в принципе, довольно современные, да, с такими козырьками из оргстекла. Вот, то есть, современные входные группы, вот безбарьерные, как мы видим, да, вот это вот IP-домофон. Ну вот мне нравится, да, вот у Пика мне нравится, конечно, вот в принципе как сделано все. А вот именно сама технология строительства, а современность жилого комплекса мне нравится. А заселены здесь будут в апреле 23 года, будет полностью ЖК сдан. Сейчас уже, ну, большая часть уже жилого комплекса сдана и заселена. Вот, что касается проездов на колясках, велосипедах, видите, без проблем, то есть нет барьеров. Поэтому без проблем будете заходить. Я уже сказал, что в самих лобби будет, будут велосипедные, колясочные. То есть не бизнес-класс, конечно, но тем не менее довольно все удобно. Поэтому вот это, вот, а вот это можно отнести еще к плюсам, да. Ну и вот расположение, да, то есть к плюсам можно отнести еще и расположение, то есть то, что здесь клинкерная, да? Клинкерная плитка, по-моему. Имитация кирпич. Хотя, может быть, первый этаж они и сложили кирпич, да? Непонятно. Вот, то есть и плюс еще, помимо того, что современно все, это то, что рядышком хорошая экология, потому что вот этот район северо-западный, он считается одним из самых экологически чистых районов Москвы. И здесь есть куда ходить, то есть рядышком есть Крылатские холмы. Вот. Это буквально там одна остановка на автобусе отсюда, где можно кататься на горных лыжах, кататься с детьми. То есть вот расположение прекрасное этого ЖК. То есть в плане экологии это просто все супер. Поэтому вот такой вот мой обзор. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, я буду очень благодарен за подписку. Всем удачи, всем пока. Увидимся на следующих обзорах.